Здорово, народ. Сегодня поговорим про такую игру, как Undawn, или как у нас говорят, Undawn. Это ролевой зомби-шутер «Выживач» от компании Tencent. Если кто не знает, то это они делали Ring of Elysium, PUBG Mobile, да и много еще чего. Игра вышла в закрытое бета-тестирование 6 числа, но я оставлю вам ссылку, где вы сможете без проблем скачать клиента и зарегистрироваться, даже несмотря на то, что вроде как тест объявлен закрытым. Дата завершения этого мероприятия пока что неизвестна, ну или я не нашел такой информации просто-напросто. Да, еще забыл добавить, что игра является кросс-платформенной, поэтому без проблем можно поиграть как на телефоне, так и на компе. Вы сможете залогиниться как через ваш Google аккаунт, так и через вообще любую почту. Undawn сделана на движке Unreal Engine 4, и поэтому картинка будет на уровне. В игре очень интересная кастомизация персонажа, на которой некоторые из вас, наверное, залипнут на какое-то время. Куча различных опций, от архетипов и выбора шмоток и прочих рюшечек, до подробной настройки формы лица, ну и так далее. А еще стоит упомянуть, что игра пока что только на английском. Но судя по тому, что указано в Steam, русский язык будет добавлен на релизе. Итак, действие происходит, как вы уже поняли, в постапокалиптическом мире, который вам предстоит исследовать. Вы можете это делать в одиночку, как опытный сталкер, или же объединяться с другими выжившими для прохождения группового контента. Добывая различные ресурсы, вам постоянно нужно будет улучшать снаряжение своего персонажа, чтобы получать преимущество в битвах. Еще из ключевых особенностей можно отметить, что помимо различных PvE-активностей, в игре будет и PvP. Также будет возможность построить что-то вроде своего дома, базы. Ну и вам постоянно придется заботиться о выживании, начиная уже от таких как бы привычных потребностей, как сон, заканчивая стиркой вещей и принятие ванны. Также еще одной из необычных фишек будет динамично меняющаяся погода, от небольшого дождя до настоящего шторма. Я поиграл немного, добавлю лишь, что по моему мнению Undawn больше рассчитан на мобильный гейминг, чем для ПК-бояр. Возможно, сделаю еще короткий обзор как-нибудь попозже, а пока можете изучить игру самостоятельно. Если вас заинтересовала эта игрушка, то ссылку на скачивание можно найти в закрепленном комментарии.